Всем снова привет, дорогие друзья. Продолжаем с вами смотреть Deadwood Sale. И у нас третья карта в рамках противостояния No Monkey Business против Gambit. И Винлайн изначально не говорил, да, нам о том, что ну, тут будет три карты. Они скорее предполагали, что Gambit здесь смотрится фаворитами, которые вполне вероятно могут закрыть все совершенно спокойно. Спокойно не получилось. Первая карта была для них супер быстро проиграна. Вторая карта, как вы видели, довольно серьезную доминацию у нас No Monkey Business смогли сделать, но у них не было героев, чтобы закончить эту игру. Или было, но не было, так сказать, возможности это нормально сделать. И дровка перевернула их, что было супер-мега очевидно. Супер-мега невероятная работа от Меложула. Опять же, если сейчас ему дадут героя, который он, на котором он сможет также много давать своей команде, я уверен, что у Гамбит все должно получиться. О-о-о. И это то самое, чего они разбудили зверя. Это тот самый легендарный Чен. И тот сам. Клипуйте. Роджер. Это он. Это Роджер и его Чен, дорогие друзья. Да-да-да. Легендарный. Ну, нет, жестко. Причем против Скорпиона, то есть Гамбит и Меложул просто в этот раз в первой стадии просто взяли героя без проблем, да. Плюс хотел тоже довольно интересно, что у них получится. Но это реально Чен в новом патче. Я говорю, что, ну, ты видел, да, первую игру от Роджера, вторую игру от Роджера. На полном таком расслабоне дали. На третьем он реально вот заряжен побеждать, по ходу дела. Ну, либо, знаешь, он уже говорит, парни, я не буду сами играть на нем. И, видишь, меня позвали просто постендынить, я не подписывался на вот это вот. Я не знаю, на что еще можно было быть подписанным. Кроме как на то, чтобы сейчас просто посмотреть на нереальный пуш, потому что, ну, и БМ, и Чечен одновременно, да, еще ничего осталось взять себе. Ну, Ликантроп, Инча и Бипарь. Да. Тот факт, что Ликантроп не в бане вызывает у меня серьезный вопрос, я уверен, что Гамбит сейчас должны его убрать. Я думаю, могут убрать, с одной стороны, если она похудаева, типа в керри. Типа в керри, да. Мне кажется, скорее какой-нибудь Сигерт появится, то есть... Вполне вероятно. Я удивлен, что вот ребята сейчас из No Monkey Business какую-то кунку не банят. Это как раз все вот эти зоопарки вообще... Изи разматывает. Ну, не изи, но ну, давай так, он реально хороший на линии против них и по игре потом достаточно хороший. Удивлен, кстати, что с нынешним Бладстоуном и с нынешним Котлом парни не берут себе связку. Ну, не Котлом даже, да, а если вы берете Котла уже, возьмите себе Бреста. Типа, но, это супер круто. Они забанили Бреста. А, да, но я о том, что вот сейчас зачем тебе брать Сенкинга вместе с Котлом? Если ты можешь взять линию Бристолбэк вместе с Котлом, этот чел точно уже таким образом сделает так, что противник смотри, не захочет они видели только Чена. Когда да, я имею в виду, но противник не захочет брать себе уже контролирующих зверей, ну, в смысле, суммонеров, потому что Бристлбэк довольно хорош против него. Но и связки с Котлом — это супер-мега-убер-линия. Я скорее удивлен, что они взяли себе Чена и потом взяли Бестмастера, а не наоборот. Потому что если ты берешь Чена, велика вероятность того, что потом Чен, типа, говорит, типа, здорово, Бестмастер, когда у него кричит рор. Потому что то есть, ну, герой первого пик все время остается у нас, и это мог быть без что-нибудь, допустим, для гамбитов. Без кунка. Ну вот они решили реально... Я не знаю, что... Возможно, Гамбит просто воспринимает, да, еще групповую стадию особенно, как место для экспериментов на новом патче, пытаются не играть в этом метовым, то, чем играют сейчас No Monkey Business, да? Может быть, но вопрос такой, а что является здесь... Что, метой? Ну, не мета, типа. Ну, да, может быть, и мета. Так я говорю, они пытаются не играть мету. Ну, то есть, не, про то, что, типа, чем, почему Скорпион для них не мета? А чем Скорпион — это мета сейчас? Ну, потому что данная команда играла с Скорпионом, то есть ФП в любой ситуации против любых героев просто Скорпион мид. Да, но я о том, что... А, ты про то, что сейчас они его поставят для Меложула на мидл? Может быть, да. Во-первых, это ну, будет, типа, удивление, да. То есть это все-таки это неплохая позиция 3, там гипотетически позиция 4 может быть все-таки использована, хотя... Ну, суть, кстати, по бану Лишака реально Сен Кинг может быть мидл, потому что Лишак просто стирает этого СК вообще с легкостью. На лайне. Да, вот. И если это Лишак, Скорпион мид, то они так делали, и для них это мета. Okay. То есть они так, только так играли. Вот в любой ситуации, каждая игра, против любого героя, неважно, ну, на самом деле против Лешего. То есть он приходил и нормально стоял. И реально потом много делал по карте. Поэтому давай посмотрим, чем они это продлят. Потому что под Котла я представляю себе, например, Пэла. И мне нравится, я представляю себе каких-то, ну, кучу героев, да, которым приятно. Это еще Кунка прямо сейчас появляется. Я, да, понятно, что он не лучший пока герой под Котла, но... Против. У них очень много заливки со спылов. Прям очень приятно. Много от пуша, это правда. И No Monkey Business нужно будет как-то непонятно как стоять, чтобы не попадать. Я просто скажу, что они реально давно не играют против хорошего Чена, потому что это не так работает. Тебе нужно что-то, что убьет начальника. И вот эти трое, они прикольные, все кастуют, типа заливают и так далее. И где-то стоит этот чел и говорит, Hand of God, здорово. Снимая контроль, снимая все, что угодно. То есть, и учитывая, да, новые вот эти вот механики,
Холли Локет, ультимативный, у тебя там 1200 хп, например, за хила. И что ты сделаешь? Вот 1200 ты не наносишь столько. Мягко сверху, да-да-да. Да-да-да, в этом и суть. Но при долгой осаде в целом сделаешь. Ну да, ты можешь много раз колдунь. Просто обычно проблема в том, что драка, она вот началась и закончилась, и кто-то выиграл ее. У тебя нет возможности нанести 1200, это типа думай, нанести 1200 по этому. Но если мы говорим именно и это оно, я говорил тебе, я тебе говорил. Правда, еще и кунку своровали. Чтобы уж точно не было это героя, оно. Который будет... Потому что я уверен, что Роджерс сидел и говорил, я не буду играть на Чене. Я пришел на Чили, дайте инчу. Ему дали инчу, вот вам Чен. А как тебе вероятность того, что это вообще какой-нибудь сейчас ноу-хау будет формата, что у них, конечно, 23-й, и они вот должны быть показательные, про то, что кто-то из Чена инчи вообще, типа там, у флейн, мид, кэрри, что-нибудь. Uh-huh. Типа как кор-позиция здесь будет выставлен. Может такое быть? Как 33-й играл на кэрри Чене? За ОГ, когда еще? Зачем? Не знаю, но он выиграл. Пришел, просто все выиграл. У тебя и так БМ уже есть на тройку. Ну, возьми его на кэрри. Мид кунка, кэрри, чем все такие, типа, что вообще происходит? Почему это? Со вторым доминатором вот это вот? Со вторым Владмиром? Ну, это ошибка. Ну, это попытка убивать крипов через майл. Это ошибка. Собираешь майл, фисты. Фисты. Котел тебе перезаряжает фисты. Ты силен в этом вопросе? Это Afterless, как и он. Вот это главный хэшип. Да, ну почему? Ну, потому что он даже лучше это делает. И достаточно хороший герой, чтобы можно было его взять против вот этого зоопарка, типа взять нормального героя в офлине. Uh-huh. А по итогу у тебя Скорпион в офлине, который против кунки будет подстрадывать, и Эмбер, который в центре. Ну, ты опять же берешь героя, у которого уже есть диспел, уже есть контроль в него, и вот это все прочее. То есть ему очень некомфортно будет. Те два саппорта, они вот хороши для файта, где вот противник стоит, что-то душит, и ты стоишь, заливаешь в это то, что он душит. А так получается, типа, Эмбер тебе не дает именно файта, он также стоит и также кидается с того двора. Да, тут вопрос в том, что гамбиты просто принимают, да, ситуацию, где они играют вторым номером, где они играют вторым номером буквально даже и в тимфайтах, да, то есть они именно ждут, когда придут, с крипами, всеми делами, и потом издалека. Да, вот я сейчас беру Пугневича на месте, но Monkey Business в центр. И как бы с ГГВП. То есть ты никуда не накидываешь, ты ничего не можешь с ним поделать. То есть там есть куча захила и тауэр дэмэдж через все. Да. Без возможности стоять. То есть ты на Эмбере против Пугневича реально нормально не стоишь. Я не думал, что я доживу до момента, когда я увижу Чена, ничего и без мастера. Я начинал играть в доту, когда так было. Я понимаю, но... Это моя молодость. Ну, блин, прикинь, подожди, это реально лет 11 назад так играли. То есть, там каждый, ну, во-первых, мало героев было, во-вторых, у тебя каждую игру это было Чен и Ча. Uh-huh. В разных командах зачастую, но иногда брали в одну, потому что Инча была отличная тройка. Я лично застал хорошую Инчу тройку во времена, когда вот Сеп начал использовать, помнишь, лет года 4 назад? Когда вот был хороший момент, когда ей сделали пассивку на первом уровне, да, и ты просто приходишь и стоишь. У тебя на первом уровне пассивка такой, типа, здорово, ребят, как улите? А вы что, ударить меня не можете? Здорово. И стоишь, кайфуешь, все, да, тебя, да, все тебя устраивает. Я причем тоже играл. И невозможно было убить вообще, да. То есть ты стоишь, тебя крипы просто... Ну, то есть ты просто даешь 5000 крипов противника, в тебя ни одно не залетает. Ни от него, ни от крипов, ни от чего. Ты просто дуешь в лицо. Ну и минус тролль от No Monkey Business'ов. Решили то, что герой, который может что-то выдержать. Кстати, по поводу Терблейда, я не знаю, честно говоря. Да, довольно странное решение. Ну, типа, просто пытаются какой-то лейт убрать. Все, сейчас остаются всякие снайпера. Причем, видишь, думают гамбиты, что кунка — это мид. И антимаг! Под инчу вместе с Бестом и Ченом. Антимаг. Прикольно. Это чё? Это типа перекрыли лейт, называется. Ну, да? То есть сначала early game у них есть, потом есть game какой-то. Ну, теперь хотя бы сколько-то понятно, почему ТБ и тролль, да? То есть они реально, возможно, даже пытались с Тимурсевичем угадать, кого же ТБ и тролль закрывают. Но они не угадали. Но это прикольно. И кого теперь брать? Дрову снова? Ну, такое. Ну, непонятно. Типа, давай Морфа возьмем. Морфа плохо против антимага. И будем превращаться в антимага и выжигать ему ману. Ну и дичь. ПЛ? ПЛ можно. Ну, под котла любого героя да возьмем. То есть любой герой, которому будет приятно получить плюс ману. Плюс кулдауны. Не, мы можем котла с Санкингом поставить там. Можно, но по игре это просто по игре у тебя есть опция. По игре Эмбер Спирит очень хорошо. Подстакать это темплар. Понял. А может, это темпларка мид Эмбер Керри будет? Или наоборот? А какая разница? Кэрри, Эмбер, мид. Ну, вопрос в том, кто против кунги хочет пойти.
из них двоих. Я не надо хочу пойти. И Темпларыч. Да, и Эмбер Кэрри. Я бы сказал, что антимаг здесь просто вываливает, так сказать. Но он выиграет эту игру. У него контроля нет вообще никакого. Если чуть-чуть они продержатся, и Грим не укупит Аганим очень быстро, то это очень легко для антимага. Угу. О том, что и Роджер сел на Enchantress. Да-да-да, он говорит, не хочу. И Антох такой, в смысле? Антох вообще играл на Чене у нас, не понял. Нет, Ченом у нас играл Заяц, Санвейк и Роджер. Ну, это да. Ну, еще мог бы ФНГ, но типа нет. Да. И тут вот сейчас посмотрим. А пока посмотрим на обновленные коэффициенты. Звучит как грамотные 50 на 50 примерно, да? 1.72 на Гамбит и 2.05 на... Но Monkey Business от Winline, напомним то, что там имеется у нас по трансляции баннерочек. Можете его использовать совершенно спокойно из золота себе 2000 фрибетов. Вот. Но конкретно здесь, ну, не знаю, если Чен нормальный у Антохи, да? Да. Вот, вполне мог меняемый. Мог быть легендарный, да, от Роджера. Да, мог бы быть вот тот самый. Enchantress, соответственно, то есть это все герои, если до момента пика антимага мы думали, что это герои, которые снесут все это вместе взятое, да, то сейчас мы понимаем, что это больше герои, которые сначала будут, конечно, носить, а потом просто ждать, когда АМ решит вместе с ними сыграть. Да, будут спейскрезить. В целом, не так много сейчас надо, если взять то, что мы еще не видели, кстати, современного антимага. На просто ну, я видел, но цели не видел, не комментировал. Давай так. Uh-huh. Будет правильно сказать. А что ты видел? Я смотрел игру против Лешего на Юго-Восточной Азии, опять же. То есть, ну, я сижу, вот у меня работа там Восток начинается, и все это время перед этим идет Юго-Восточный БТС. Я там все смотрю. Сижу, смотрю, и там вот был антимаг, который очень плохо стартовал. Ну, очень все плохо получалось. Но в какое-то время он реально вот зашел, там нажал ульту, убил пару человек. Зашел, нажал ульту, еще кого-то убил. И все. И, то есть, в какой-то времени ты проиграл там 20 тысяч, стал выиграть 30, закончил игру в свою пользу. Uh-huh. Димак выиграл. Но мне кажется, что я где-то уже видел, на самом деле, одну игру. Из СНГ, мне так кажется. Но, возможно, это был вчерашний день, там был не антимаг, кто-то другой, кто Руфеном не купил. Я все время сидел и думал, ну, блин, возьми Руфеном, ты всех убьешь. Мне кажется, это не антимаг был вчера. Я тоже думаю, что это антимаг, Урсевич. Да. Да, ты прав, это был Урсевич. Uh-huh. Потому что он там против Легионки, да, которая игра была. Uh-huh. Да, ну и насколько хороша темпларка вообще здесь? И, ну, понятно, что против кунки норм. Против крипов нормально, да? Против кунки норм, против крипов норм. По слотам зависит, то есть от того, насколько душка будет. То есть, напоминаю, что у тебя может быть ситуация, в которой ты стоишь вот на минута 15, например, да, на центре, и к тебе с левой стороны выходит чен, справа инча, прям под вышку. С двумя крипами, и ты ничего не можешь с ним поделать. То есть очень важный момент именно с тем, как сыграют саппорты. Так, что он купил там антимаг себе арбу? Потому что вроде только что показывали, я не увидел. Да, купил. Да, красава. Красава. Ну все, начинается душка, начинается лютая. Надо посмотреть, турки его зовут Вован. Ага. Тогда хорошо. Будет красава Вован. Окей. Вован красава. Но вот ретрогрейд узнаем скоро, потому что АЕМыч сейчас другой, с интересной новой пассивкой. Ну, в смысле, не новый, а старый, но с добавлением... На замедление на 40% на последнем лобби. И конкретно здесь он будет ставить против, кстати, довольно-таки ман-зависимых героев. Так, Руджер. Малинайт у нас будет исполнять как раз сейфлейного Эмбер Спирита. Которому здесь на лайне в целом нормально, да? То есть Enchantress плюс Бестмастер. Ну а как нормально? То есть тебя до 6-го левела тебя, конечно, бьют. Щиты не работают? За инчи, поэтому. Я не знаю, сколько ему тут нормально. На самом деле, конечно, довольно грустно ему будет. Может, не качать? Знаешь, это вот сейчас бестмастеры кабанов не качают, да, потому что постоянно получают силайн против. Ну и да, стоит Эмбер, вот качает первую, вторую. Линия заканчивается, он с первой, второй, конечно, уходит в лес. Так, да, ничего не делать. Да, поэтому он щит будет качать. Не поймем, ну, вызывать что делать. Когда-нибудь? Что делать, да. То есть, ну, вызывать надо, потому что тебя здесь, ну, все равно зацепить, все равно здесь пэрят. Котел должен отыгрывать. Имбат будет идти, все равно будет, да, с тем, что тебе фисты перезаряжаются. Ну и фисты, и чайны, что очень важно против антимага. Фисты, правда, побыстрее, конечно. Но Антоха не взял крипа. Это означает то, что ему забанили все. Да, ему все забанили, правильно сделали, еще бы. Для центра было потрачено. Все ради того, чтобы у Антохи ничего не было, Антоха сдевардит, как только увидел то, что на первой минуте не заспавнились крипы, раздевардил. Ему нужен малый кем, потому что пока его первого левела хватает только на маленьких крипов, низкого левела. У Инчи, как вы понимаете, таких проблем нету. Ой, какая продувочная Родж!
Еще тычка, стики все-таки есть. Так что все нормально будет. Ну и мы видим то, что довольно плотно Котл здесь напрягает ту же самую инчу. Егор. Егор. Больновато. Торрентик используется, чтобы пробить Миложула в ответ. Ну и тут, да, опасная ситуация для Егора. Любой там Сиблейд лишний, который прилетит, может стать последним. Линию, правда, запушили. А Смайли на это. Да, Писмастер сейчас тут будет зарабатывать нормально денег и экспы получит. И вот на второй, да, то есть он чаще сидит. Надо сейчас лезть. Ну, он щит не качает, он прав. Пока что я имею в виду, что он не качает его. Нет, на линии, то есть один на один просто. Я говорю, в ходе зрения тебе все придется делать этот вот третий-четвертый щит. И это явно не линия должна быть. Короче, да, принес себе Сентрю, будет красиво, очевидно. Кстати, курьер у него. Переливающийся с каким-то гемом, судя по всему. Он на топе ретроградит просто... Просто стоит. Просто стоит, да. У него 9 лоскутов, конечно. У них у всех одинаково. У них у всех одинаково по крипстату. Тут нет такого сейчас кор-героя, который прям выделяется. Неплохо подцепил. Штарен — это единственное оружие, которое Хунка может предложить против рефракшена. Так что по-другому он его никогда не сбивает сам. И вот выигрывает тем самым вот и руну себе. И, возможно, линию. Что-то еще и типает. Ну, типа, что попал. Красиво на батуты кидается. Типа, уже второй попал, раз, да. Без креста, просто без ничего. Даже можешь крестом попасть еще. Но тем временем нападение на Союза. Возможно, First Blood для антимага. Очень-очень важный, очень нужный. Но он не успел из-за стиков-то, и поэтому... Ой, там пошло неприятное против Afterlife. Савух. Причем Савух, он... Типа, ну, он сейчас дует, он даже уже... когда закончилось. Да-да-да-да-да. Что-то жесть. Какое-то время, да. То есть так сделали. Больно, неприятно для Миера. Не умрет, но да, неприятно. И ему неприятно, и кабанам неприятно. Еще везде такая плотная, да, душка, конфронтация. Посмотри, просто на ХП ребята. Вот я бы стикеров такой, да, бы залетел. Очень хочется. Но и те пробиты, сейчас начнутся уже забеги не за регеном, но до базы. И на самом деле члену имба, потому что вот в этом патче, то есть Савух — это для тебя фармстаков, если вдруг что-то пошло не так. Ну, как раньше это было. Да-да-да, и раньше он мог взять вот этого большого Савуха на первом уровне и фармануть, да, то есть так вот фармануть. И теперь он снова на первом уровне может взять себе торнадо и фармануть. То есть это очень крутая опция. Правда, шанс, да, появления этих самых Савухов за счет того, что чешишки добавились не самые высокие. Вот, помнишь, я тебе говорил, что может быть ситуация, в которой ты просто выходишь, типа, чай на чай, и ты умираешь. Тут два таких героя, которые просто бегают, прыгают и так далее. Вот Савух забежал. Савух хелпанул. Большой, правда, в этот раз. А там и большой, и маленький. Там и большой, и маленький, на все пришли, да. И вот Вася остался без маны. И как бы все. И да, замедление. Плюс ты еще не приходит гост. Уйти. А гост очень серьезно замедляет. Даже без этих проблем с маной. Блин, я бы каждую игру так смотрел. Это такой прикол, да, вот с этими крипами, то что. Ну, тут же пытаться весь рандом потихонечку убирать. Я тебя уверяю, с этими крипами будут сейчас все игры. Да, но у тебя вот не будет ситуации обычной именно чайной чу, которая вот с нулевой стартует. То есть, да, покупают терминаторы будут, да, вот это все там делать будут. Но вот данные продушки. Скорее всего, очень часто мы не увидим. Именно со стороны одной из команд. Правда. Чтобы и того, и другого взяли. Пока, кстати, не заметил абьюза Кобольда, который дает бабло. Но я так понимаю, да, что не особо фигня, много. Да, там 20 ГПМа. Да, 20 ГПМа — это даже не таланты старые. Нет, нет, причем там типа таймер условно там 20 ГПМа за 5 минут. Там, значит, там какая-то полная фигня. Или за минуту. Считай, чтобы заработать на команду даже что-то, надо реально постараться. Так, ну что, все, Вася погиб. Да, это минус Afterlife дважды. Сен Кинг просто думает, ну зачем меня взять? То есть понятно, что его взяли до появления антимага, но антимага настолько кайфово стоять против... раньше всегда было кайфово стоять. А сейчас у тебя, да, вот он в 3 взял моноберн. Да. Да, то есть 30% за медла и все, то есть. А потом будет 40. А под ГОСТом так у тебя еще больше там стакается. Ну да, так Йорбу феном, то есть у тебя все отлично стакается. И это просто жесть. Это неиграбельно. Да не играбельно, да. О, скелеты пошли. Скелеты с плюс уроном, поехали. Погнали. Чем каждый скелет дает тебе процент урона. Что за жесть вообще? Что творится? Можно еще и сетку повесить, нет? Нет, сетки нет. Сетка КД? Ее нет у крипа. Да? Да. О, обидно. Но он вызывает больше скелетов. Он вызывает 3 скелета, да, я понимаю. Ай-яй-яй.
А там еще два големчика маленьких. Подкоп пошел по Роджеру и есть Гримстроук рядом. Первым, конечно, заберут. Но это жесть, как много ресурсов сейчас было потрачено. Afterlife понимает, что он все равно бесполезен на топе, но хотя бы здесь пришел, помог. Но антимага не отпускают, очевидно. Да, да, так это ГГ уже, если что. Нет. Если ты антимагу отдаешь так много в самом начале игры, обычно из этого возвращения очень мало, если у тебя нет фантомки или вайда. Мне кажется, да? Ребятам из Гамбит, вот с их исполнением, надо просто взять чела, который драфтит в новом Monkey Business, и забрать себе на тренера какого-то. И это реально вот будет рождение зверя. Потому что то, что есть сейчас, да, вот одни реально круто все делают, реально какие-то задумки постоянно, но немножко страдают исполнение. Во-вторых, с исполнением дисциплины все получше, но как же им тяжело, вот каждый раз просто вот они не играют номером один в старт игры никогда. Да-да. Линии, потому что очень-очень сложные, и их очень сложно реализовать впоследствии, да, потому что у тебя... Да, сейчас Кунка, смотри, просто... там центр вышку уже доест на седьмой. Да, Кунка, просто... Кунка это вышку на седьмой. У Темпларки. Кекве. Нет, там пришел за дефол, да, за denial, но все равно ситуация вот... Это вот... Что у нас сегодня было? Супер Кекве, ультра Кекве? Да-да-да. Это уже я не знаю. Омега. Ультра-супер. Омега, Лу, Кекве. Вот так вот. Хорошо. Просто я помню, какая большая разница была, да, между мнениями аналитиков, там, медийных личностей, игроков из разных регионов по поводу того, надо ли ускорять или, наоборот, замедлять доту, да. И в случае с СНГ говорили, надо ускорить. В случае с теми, кто занимался европейской дотой, они говорили, не, сейчас патч реально слишком быстрый, надо замедлить. И вот, как вы видите, по ходу... Так нет, СНГ победила в этом вопросе. Сделали и то, то есть сейчас просто вернули немножко больше силы линиям. То есть раньше в прошлом патче было в целом не критично, как ты не постоишь, если там не тотальный throw, там 0-10, например. А там, ну, постоял там 1-2, например, или там 1-3. Но ты ушел в лес, и через 5 минут ты как свеженький, как новенький. Вот, типа, ты полчаса сидишь уже гарантированно играешь. А здесь и гировки поубирали. Вот обновленный, кстати, коэффициенты 2.48 на Гамбит, 1.43 на No Monkey Business. И Вася, здорово. Еще курьера подрезал просто с ультимейта, потому что он где-то здесь был. Да, наш партнер от Винлайн уже тоже сечет в этой ситуации. С тем, что тут происходит. Баут. Успеет. Не успел. Нет, связки из-за этого. Из-за чена? Из-за чакрама. Да, я понял. Чакрамные связки. Ну вот, я же тебе говорил, он будет просто без счета и нормально в целом. Ну, если он будет дальше прямо линию стать, просто сейчас стоит антимаг на там 12 из БФПТ что-нибудь. И как бы неважно, как ты стоишь, качал ты щит, не качал ты щит. Лайт он ее это будет не БФ, это будет Вангард. Вангард? Вангард. Прикольно, прикольно, прикольно. А дальше орбов король. Ну, типа, просто драться. Короче, да, это просто боевой, да, парень. Такой, типа... Ну, нормально, мне кажется, звучит прикольно. Очень жду в этом вопросе игр Нигмы, где Мирка был большой фанат так, подобного антимага. И до этого... Типа Владимир всякий, вот там Момо, да, я с первым флотом, да, там буквально, знаешь, там, типа, на третьей минуте, наконец, приехал, ну, вас всего наилучшего. Ну, кстати, Эмбер может сейчас здесь помочь, но корабль. Блинкаут. Но корабль, он просто дает себе баф, и ты не можешь. Не можешь никого убить. Камень. Еще и там камень полетел первый. Замедление на пандомема. Да. Все это просто жесть. Пурификейшены вот эти все. Пенитенции. Курьера Роджер доел скелеты, понимаешь? О, боже. Что происходит? Мой, какая грязь. Как украть, прекратите вообще это все. Зачем вы отдали Чена, Энчантерс и Бисмастер? Что происходит? Трех. Уберите хотя бы одного! Связки сейчас пошли неплохо, на Эма. Может, сульты попробовать, нужно было доехать, типа добить. Хотя непонятно, да, 200. Ну, может быть, у него не очень много ремонтов осталось. У него один, у него то один. То есть есть же хил от Чен. А, нет, у Антохи нет шестого лапа. Причем Антоха неопытный Чен, Холи Локет больше дает, чем Мека. Да? Ну, я имею в смысле, не, это не вопросительно, это я в курсах. У меня сколько? Игр 100, наверное, на Чене. Вот, но, да, довольно странно от него это видеть. С другой стороны, может быть, кто-то другой хочет собрать что-то. Кто так, хочет так... собрать Холи Локет, который не работает на Чене? Тихо, я не знаю. Давай я соберу Холи Локет, он также не будет работать на Чене, которым Холи Локет. Да, ты прав, ты прав. Продушка пошла от Роджера. Кстати, он может добить, если будет заблочит. Там мисс, да, вылетел на импетусе. Все. Сдался. Нормально, нормально. Там просто муспит у котла. У котла очень большой, да, но, типа, видимо, мисс вылетел. Типа того, я не знаю, как-то не умер котел, может, тикнет, что-то случилось. Afterlife пытается найти себе игру, но пока игра только находит его и находит его в самых худших. Причем они знают, что в лесу там, ребят, снизу справа. Тут просто двух саппортов зонит Роджер, сделал, да, пока Afterlife пытается убить. Я про то, что он просто уехал из-под птицы в песках. Да, да, он ушел в лес, типа, и про то, что Бисмастер может рубить лес.
Но обошлось, его там не наказали. Больше смотрели за сапами, да, тут. Антоха продолжает веселиться вместе с Ретрогрейдом. ВГ, Грейдж, наверное, в Corrosion, да? И дальше дефьюзал. Кайф, даешь дефьюзал на антимагию. Мне кажется, лишнее. It's time to watch how it's gonna be working. Мне кажется, лишнее. Ну, да ладно. Ну, ладно. Но я считаю, что... я считаю, что очень, очень классно работает же, ловкость, все дела для антимага приятно. Нет, ну, типа, да. Ну, нет. Все. Здесь просто... Ты можешь купить арчит, если тебе вот надо. То есть я из-за медлока купил арчит, то есть... Нормальная тема. Ладно, посмотрим. Две тычки, ты сжег вся ману, нажал ультимейт, убежал. Все. Авангарда хватает на то, чтобы... Нажал диффуза, чтобы замедлять, пока замедление с диффузов не работает. Кстати, да. Вообще идеальный план. Я бы сказал, манта все-таки, наверное, симпатичнее смотрится, да, чем диффузал, да, но она здесь дороже. Ему, здесь у манта глобально просто нужна, потому что тебя чины будут душить очень сильно. Это единственное, что тебя вообще душит. Кстати, нет, тебя душит еще ультгрима, и он может в манту его давать. Но ты тогда будешь опять же управлять этим и тем, ты хотя бы сможешь просто двигаться. Ну и Ретрогрейд, с одной стороны, кстати, собирая БФ, он бы уже был бы тем героем, которого не остановить по вопросу скалирования, да, в лид и так далее, но посмотрим, что творится от Afterlife. Вася нашел себе кунку, подхила от Чена нету, или есть, это что было? Ладно, неважно. Да, да, нажал. Я просто не услышал самого крика Чена, тем временем подкоп пошел, Антохе больно. Антох погибает. Ну, в общем, да. Чейнфит пошел, и Миложил и компания получают очень-очень много. Очень много денег, да, но потому что надо играть от антимага. Опа, опасно. Опасненько. А мы понимаем, насколько напрягает Эмбер Спирита замедление, если да. Это время это заранее не поставлено. Ладно, ему восстановили ману. Хотел, благо, есть. Ну и застакались вместе гамбиты, понимают, что сила у них в руках, если сейчас именно играть пятером. Заходит на чужие стаки Аншей. Ой-ой-ой-ой-ой. Это очень грязно. Это очень грязно, это минус Анши. Наложил с Afterlife, получает довольно много здесь, но при этом все, мы видим, что со всех сторон на них бегут игроки NMV. Afterlife. Inkswell, хороший подкоп по двоим, взрывает Enchantress мгновенно, минус Роджер, остается разобраться с Ретрогрейдом, который, ну, опять же, Вангард, да, его сложно пробить. Primal Roar тем временем, прямиком Сэмплер Ассасинку. Так, приятный размен. Да, и можно цеплять дальше, крест пошел на Эмбер Спирита очень вовремя от Егора, буквально на Крополях уезжает пока что Смайли Найт, ушел на Ремнант, торренты не поднимаются. Да, он не нажал его. Да, да, он принял. Заанимировал. Заанимировал, понимаю. Afterlife тем временем на крестах. Весело и вкусно, под Пеннитенсом тем временем Саюш также погибает от Ретрогрейда, тот дал Моноберн и одну вычку. Да, да, просто начинаются какие-то массовые замесы на 2 минуты, на 3 минуты подряд. При этом все, мы видим то, что Ретрогрейд так и не получил этих стаков. Ну и Егор, я не знаю, кто из них должен был их фармить, наверное, Кунг все-таки так БФа на антимаге нету. Хотя, наверное, с Вангардом можно все равно зафармить, потому что регена много. Ну и Миера доволен, но немножко отвлекся от этого фарма, пошел, убил Темплар Ассасин, получил, у него сейчас уже 3-1-0, у него очень много денег, 6-300 у него имеется. Да, да, очень много. У них вообще опять, да, снова игра, в которой у тебя топ нетворс у одной из команд, вторая команда где-то вот пытается что-то с этим делать. Ну готов Мейлшторм, сейчас возможно Эмбер, да, вот с этим большим количеством фистов что-то начнет делать. Лучше, чем он делал до этого, потому что вот драк хватает, драк не хватает. Но самое главное, что антимаг вот не умер первый раз, набил фрагов во второй, и по идее диффуза будут буквально через там минутку. Да, что-то в рецепт дешевый, и вторая запчасть вообще дешевая. Да, остается еще и рецепт добить на второй доминатор, и вот тогда уже пик силы у нас приедет полноценно. По КБшке будем еще какие-то придумать. То есть скрипы, конечно, жалко, что будут умирать, но то есть ты не будешь умирать, потому что Скорпион — это только макурон, хотел только макурон, да, то есть грим тебя сейчас никак не колышет. Даже Эмбер Спири, то, что он собирает, чины не работают, все остальное. Так, на выход антимага нажал щит, но не в лучший тайминг, есть оухил, и привязка в последнюю секунду, антимаг. Вот теперь он умер. Наконец-то смерть антимагу. Досталось в подарок от команды Гамбит. Я думаю, они этому несказанно рады. Гриф, кстати, да, посмотри, шард. Там этот аркан и аганим. Все, вот это в кикбай у него есть. Это тоже, да, делать антимага. Или даже двух антимагов будет очень круто, если там получится как-нибудь цифреш, например. Так, Кулка снова далеко вышел. Но вот он с БКБ. На грима нападение. Вернули.
удар. Поздновато. Че оставили-то? Это ж их грибы, они же могут их контролировать. Не понял. Не знаю. Чат тем временем погибает. Ну и темпларка отлично настреливает, я хочу сказать, да, то есть все, кроме голема, мертво. И антимаг из-за того, что не пошел через БФ, пока что немножко страдает по нетворсам. Среди топ-коров он предпоследний, если взять то, что Afterlife была очень-очень слабая линия, то сейчас... Ну, сколько там раз умер-то? Два, по-моему. Ну, антимага должно было быть больше сейчас. Да, могло быть больше, но видишь, он именно хочет играть активно. И сейчас вот как раз тот момент, да, когда 17 минут, противники на Рошане, и ты можешь пойти. И но корабля нет, БКБ нет. Твой кэрри присоединится. Есть куча крипов, на самом деле. Да, это правда. Линз готова, кстати, у Грима. Неприятности. Неприятности подъезжают для No Monkey Business. И смоук. Так, они будут идти и пытаться найти вот этот фраг. Надо дать эпицентр Afterlife'у. Даггер есть, да, для этого. Самый... Жалко, что у него уровень ультимейта 1. Угу. Было бы здорово иметь уровень ультимейта 2. Особенно взять то, что антимага пока не очень легко пробивать. У него 1800 хп, вангард и первый левел пока. Нормально, кстати, натанцовывает. Да. Ну и заход смог на смог. Видели Эмбер, думаю, что сядут у него все за спиной. Нашли бы ремонта. Так. А если он вернется пофармить? Не, все, забили, да, нарошу? Просто брошу. Ну, мне кажется... Вот кабан один не смоки, они по нему сейчас могут догадаться, что вот что-то не так. Кунка убрал вард. Этот кабан их сейчас просто подставил на все. Бегает кабан. Смайли Найт не особо позиции уходит на свой ремнант Борроу Страйк на подсейв от Afterlife, от сохранить позиционку, уходит обратно на блинке. Ретроградит говорит, давайте, я сюда сейчас вот прям вломлюсь. Сюда. Союша там дал дефьюзал еще. Но непонятно, в кого хочется вносить весь ДПС сейчас. В случае с гамбитами там, понятно, очень-очень важно сейчас, чтобы Afterlife нашел тайминг. Вот он тайминг. Борроу Страйк, все это в чена. Ультимейт пока добыл. Что ультимейта нету, да. Пока что он просто мансует. Пошел Егор бить Меложула. У Меложула нету БКБ, ему будет супер сложно. Егор принимает свое БКБ. Борроу Страйк, в смысле, убили Борроу Страйк, убили СК, если будет точно. Убили Тепларку и пошел. Сейчас будет... вот ему надо в котла прыгнуть, которого не очень много. Подцепили. Лучше Смайли Найта убивать, это керри. Здесь надо с ним что-то делать. Он уходит на ремнаты, красава. Дефьюзал можно нажать, но нет. Вы арестованы. Никаких дефузов. Ретрогрейд. Ну и на Рошана нет. Хорошо провели файт. Ну, Вась ворвался, но не нажал. Не нажал ультимейт. Забыл. И, мне кажется, этого урона ему очень не хватило. Ну вот, мне понравился плейстайл темпларки в этот файт. То есть он стоял просто бил, потому кто близко подходит, да, давал какой-то дэмэдж. Эмбер тоже давал какой-то дэмэдж, но вот они реально не справляются за хилом. Поэтому кликайте на баннер по трансляции в инлайне. И получить Ричард Бей, ставьте его их на Доту 2. Я бы сказал, тут еще вопрос в том, что она ожидала, что если на нее нападут, то есть Борроу Страйк, да, есть контратака, но... есть эпицентр, но Afterlife отдельно забирали в другой стороне. Сейчас есть! Отличная атака на ретрогрейда. Не дает Afterlife самому влететь и нажать Борроу Страйк с блинка внутрь Рошпита. Зонит снизу, зонит сверху, но Смайли Найт все-таки забирает Роджера. Егор попытается отконтролить Смайли Найта, тот уходит. Кресты есть, кресты полетели вместе с кораблем на Союша. Союш таверне. Минус два саппорта у Гамбит в размен на одного. Да, и было еще Afterlife отдельно убивают. Да. На том же варде. Ретрогрейд очень серьезно работает против СК, не давая ему вообще ничего. То есть, по факту, это ваша главная позиционка, да? У вас Темплар Ассасин и Эмбер Спирит, которые, да, умеют передвигаться, да, умеют куда-то влетать, но нужен контроль. Одними чинами сыт не будешь. И Борроу Страйк очень-очень важен. В свою очередь, Вася не может его вам принести, потому что, ну, антимаг против вас, и он душит. Причем антимаг, опять же, это не топ-нетворс, да, он может быть куда сильнее, и ты ничего не можешь с ним делать, потому что он прыгает, диффуза и бьет тебя. Ты не можешь его подкопать, да? И если не будешь никого копать, то вообще не сработает. И получается, что ему нужно откопаться, потратить обилку, потратить всю ману, просто чтобы не умереть прямо сейчас. И это, конечно, неприятно. Гор, Меложул, походу, здесь... Залетел, она кончается, все, да, надо, ну, просто драться. Но, к сожалению, сил нет на это. Вот Тимага еще армора довольно много, да, за счет того, что, опять же, ВГ плюс дает эффективного ХП, довольно приятное количество против урона. И в итоге еще фраг плюс Аегис, который у него есть, ты не хочешь его убивать первым.
не можешь его убить первым, он прыгает, наглеет, и это жесть. Конечно. Пойду завтра пикну антимагу, соберу БГ на нем, получу. Ну и получу 5 репортов. Я да. и говорю, типа, что ты же никому не объяснишь, что происходит. Ну они, видишь, потому что они играют команду, у них Чен, у них Хэнча, у них очень командные герои, которые прям требуют правильной позиционки. Вот он, Рор. Если какой-то сейф, какая-то возможность его спасти, успевает. БКБ, да. Успевает до корабля. Не дотаймили корабль, немножко подпраймил Рор, там, на вену его практически давать, для того, чтобы сразу сработало. Тем временем у Эмбер Спирита не будет. Скорпион, БКБшки, спорт. Ульт. Ультимейт. И ретрогрейд нажимает. Просто третий спелл. Супер-мега сделано просто. Все идеально от антимага. Ретрогрейд красава, еще и Импедалс улетает на Afterlife, этот практически умирает, но ему дают солву, ну хоть с блинка на базу. Просто и... опять же напоминаю, что он нажал ультимативную в антимага, у которого Аегис. Типа это в любом случае луз-луз, ну этот мув. Повезло, что в этот раз не умер. В общем, нету Afterlife, у нас что-то на первой карте, честно говоря, такое себе на Марсе. Здесь набор, ну я понимаю, что здесь для СК просто ну, суперсложная игра, но... Глобально на второй на Бестмастере неплохо сыграл, вот, все, что я хочу сказать. Угу. Глобально было неплохо, учитывая, что ему тоже дали героев первой стадии, его закрыли кункой, да, то есть тоже была линия непростая. Он потом очень много сделал с правильными тотамингами и всем прочим и так далее. Здесь сейчас, конечно, отсутствует пока персонаж, и непонятно, как ну, попасть в тайминги, потому что... Да, когда мы на драфте смотрели, я говорил, типа, плохо, что вот у них этот герой фронтлайнер нет, этот нет, этот нет, этот нет. И опять, да, ловит грима. И а тем временем ретрогрейд разрывает лицо Afterlife. Как же больно, минус 2 у нас. Следующий, давайте еще одного, говорит, и еще одного. Ну, с хостой может себе позволить, опять может же, БКБ бежит. У него есть, так что он точно уйдет. Может догадаться по курьеру, что кто-то есть сверху. Опа, еще и Afterlife-овский курьер улетает. Опять же, он может догадаться, что кто-то был сверху, что курьер летел, да, то есть. Можно пробовать искать, но они забили. Ну, это я понял, что там скан какой-то жмешь. А, у них кулдаун, все. Зря наехал, получается. Ну и жестко, жестко. Прессинг продолжается, 6 тысяч перевес, да, то есть игра чуть не прыгана. В прошлой игре вот был этот win condition, где ты выфармливаешь дровку, и она выиграет. В этой игре, ну, я не вижу такого win condition. Ну, потому что антимаг как антимаг и есть этот win condition, он не в вашей команде, он посильнее будет. И он, опять же, вот этот прикольный билд с тем, что он просто бегает прямо сейчас с команды. И вот встреча может быть... Ай-яй-яй, да? Он хорошо, пошел просто забирать нейтралку. Да-да-да. Ну, по сейву действовал правильно. Повезло, что он забрал, а не темпларка, потому что она бы не ушла. Тут и БКБ, и... Она бы и не пошла, она же не... Не, они вместе были рядышком. Типа, просто Эмбер как-то раньше подошел. Нейтралку ты сейчас же видишь, что больше из карт пока не подберешь. Мне кажется, даже возможно... Ну, не, непонятно как. То есть можно было попробовать, знаешь, типа, вытягивать... крипов как-то в Рошана, убивать их там, типа, чтобы лежал нейтралком, ты понял. Сильно. Так, ну и второй доминатор у Мейера появился, уже достаточно давно, поэтому ходит вместе с ним, пытается выформить себе шарф, создавать стан. Кушает ретрогрейд тавер. И после манта у него будет появляться Скади. В этом случае он запланирован. Этот артефакт у Егора будет еще и ассалт Кираса. И в целом, вот после появления Кираса, я думаю, уже может совершенно спокойно заходить на хайграунд. В целом они и так сейчас и делают. Но понятно, что ненадолго. Чисто бай для того, чтобы все противники стянулись, кто там на сплитпушах занимается фармом. На Ишива следующим артом для Смайли Найта. Кстати, совсем недавно, еще буквально, наверное, 2 минуты назад, он хотел себе сделать Лейпнер. Но, видимо, не фартанул, не получилось. Ну, типа решил, что, наверное, будет просто эффективнее иметь замедление на противника, выживаемость больше и так далее. Да, там Кираса, там Мант, там реально слоты подъезжают. Темплар, кстати, посмотри, да, купила Дизоль. Угу. 0 урона. Угу. Вместо... Могло быть уже 25, но у него 0, потому что с покупки Дизоля ни в одном фраге он не участвовал и не сделал. Да даже если он участвовал, все равно там люди не умирают. Ну да, потому что вся суть, в этом сейчас... и суть, что типа он именно что им не удалось сделать ни одного фрага с покупки Дизоля. Что для темпларки, для которой это дешевый и быстрый, да, кор-айтем, вообще очень неприятная история и ситуация. Смог попытка от NMB найти кого-то из Гамбит, но походу никого сейчас не найдут. Может быть, потому что крипы справа, там типа увидит Скорпиона и уже выехал в ту сторону. Бестмастер есть, выехал. Пицца нет, не увидели, не узнали, не поняли. Но опять скипаем, да, получается?
Ну, кстати, уже ем, да, то есть весь вижен ломают. Тусовка. Найс фармим, ребят. Ну, я понимаю, что они тут делают, да, то есть хотят сейчас переждать, увидеть противника, выйти, крипскипнуть, формануть немножко денег и т.д. и т.п. Если они увидят еще и сплит, то можно будет потом Пларку сыграть, убить кого-то, да, в соло. Да-да-да, то есть какой-то один герой придет, типа, отпушить и так далее, то есть норм тема, учитывая, что у тебя Эмбер вообще в топе за Т2 вышкой, то есть делают-то правильные вещи, но... Как же это орно выглядит, когда вот первая с камеры, там туз в лесу качают. Бобры, это готовятся строить плотину. Подпиливают уже деревья. Так, Эмбер влево уехал. Чуть не хватает, знаешь, как будто бы птиц по всей карте. Вот пары штук лишних. Просто чтобы вот, ну, на глубоких вот этих выходах с базы, типа, прямо вот снизу, где вот с Андреа стоит. Ну, чтобы контрить сплит, да. Ну, типа да, то есть ты видишь, что герой с базы вот вышел в ту сторону, такой, ага, здорово, пойдем ловить. Именно вот очень глубокого вижу, чуть-чуть не хватает. Но опять же, ребята все в игре, может быть, просто нет времени сейчас об этом думать. То есть играем просто по паттерну на автомате. Пытаемся хотя бы что-то сделать. Потому что вот что меня расстраивает, типа вот Гамбит, да, что вот они даже сейчас тут ходят, пытаются что-то делать. И... Ну, это не за ними. И это печально. Не, ладно, может быть, за ними, если взять Аганим Грима. Потому что чем сильнее антимаг, тем сильнее грим. Главное не копать и не кастовать все это в контрспелл. Плюс колчан, кстати, кто-то выбил. По-моему, темпларки отдали. Ну, ей нормально, если да. Если я ничего не поможет. Путаю. Да-да-да, ей реально кайф от этого. Очень-очень приятная шмотка. И видишь, он решил, да, что ему никакой БКБ уже не надо. Не потому что, опять же, не надо. Хотя на батутах кататься не по кайфу. На батутах не по кайфу. Ману выжигают, вот это все. Но! Дэмэдж нужен. Дэмэдж нужнее, да, точнее. Да, да, но там все равно будет рор, то есть даже если ты соберешь. Не дошел. Значит, хотел ударить этих хрипов, но не дошел. Что, может, смог парни из Гамбит? Давайте да, посмотрим, непонятно. Что вы можете. Ну, Скади появился, сейчас Шива появилась, да, ведь у Смайли Найта, возможно, стоит как-то не дать противнику расфармиться на сток, потому что 7 тысяч уже летят. Гамбит и Спортс. Хотел сказать 8? Уходит опять 7. 8. Как же они близки к этой вот перевалочной цифре. Да. И Манта ставил. Просто потому что когда у антимаг появится Скади, мне кажется, на этом, в принципе, игра вся закончится. Очень сложно что-либо будет делать. Ну а сейчас можно застапить драку. Спрингдаггера должен Afterlife играть. Пантомем идет, чекает лицом. Все, все, закончились. Это вот все это время мы шли с маком на чужие леса и увидели ничью, убежали. Теперь фармим эти леса. О, да. Ну, в смысле, эти леса, ты имеешь два компа, один малый, другой большой, и все. Мы никуда... А, ну ладно, они вижен поставили, это из позитива. Правда, его, скорее всего, быстро снимут, потому что всем прекрасно понятно, что они поставили его на клиф. Ньера нажимает смок, заход от Антохи и компании, и Роджер будет, опять же, чекать лицом, потому что он тот таргет, на который наступать вообще никто не хочет. Прайм Урор пошел по темпларке, темпларка. В печали, у нее нет никакого БКБ, она не выживает здесь ни секунды, если получает на себя любой стан. Роджер пытается пробить Afterlife, у него это не получается. И Ретрогрейд просто делает ТП на ботом. Говорит, парни, там много вкусных крипов, могу пофармить. Пока все равно мы сделали 2 килла. Рошан не стоит все равно, так что нам здесь делать нечего. Пантомем. Попытка забрать инчу. Очень жестко, медленно, жестко. Но получается. Они справились. То есть, понимаешь, фраг за фраг. То есть тут не дают даже секунды отдыха. Вот, Антоха. Следующий. Влет на него, опять же, рядом есть Егор. Контроль, правда, на Смайли Найта нету. Потрачен был и Торрент. Вот сейчас, но БКБ-шечка нажимается, Смайли Найт продолжает бить. Ну, по-моему, Кунки вообще все равно. У него еще БКБ есть, он его нажимает. На развороте начинает бить лицо Смайли Найту. Тот уходит на Ремнанте. Контроля там, опять же, не будет. Союз тоже погибает, но он такой, здесь разменная валюта. Там а вот тот, что Afterlife, это умер. На самом деле бегает и сейчас душит Эмбер Спирита. Ретрогрейд, да, он очень хочет Смайли Найта, он очень сильно хочет его. Сейчас хочет тэп-аут, кстати, сделать, есть помогает. Стан! Найс! Свободен. Найс. Смайли Найт уже отсюда не уйдет, это минус мана, пуловая, минус жизни, и минус еще и котел вместе с ним. Боже мой, Гамбит попытались как-то навязать. Но в итоге минус 5 за 2 саппортов. Угу. Ну, какая-то была полудрака от Гамбит, то есть полноценно-то как бы никто никуда не влетал, просто постепенно носили дэмэдж, как кайтили, но, к сожалению, хоть и миложул красава невероятный, точнее, Смайли Найт невероятный красава, потому что нажимал кнопочки очень даже хорошо, ремнеты налево-направо, все дела, все отмансовывал, но этого не хватает, и миложул тут на боте подъезжает, пытается хоть что-то выформить, а именно Дейдаус ему необходимо, даже если он у него будет, мы прекрасно понимаем, что это ничего не изменит.
Не, ну новый антимаг мне нравится. Если его реально сейчас начнут так собирать, это намного веселее игры. Ну да, то есть, опять же, то есть, отходит от этого паттерна, где вот я беру героя, который стоит 4 уровня на линии, на 5, уходит лес и 20 минут фармит лес. Реально активная дота, постоянные драки, это вот то, чего очень не хватало. При этом, опять же, смотришь на таймер, но не быстрая игра, да, 32 минута, то есть стоит база и все нормально, но вот падают рошаны, происходят файты, что-то на карте нет, это вот мы ждем следующего рошана, смотри, и ничего не происходит. Да что за жесть, ты это видел? Честно. Скорость атаки у него сумасшедшая, посмотри его аура-бар. Там, да, там вот, там помимо, опять же, без мастера, самое главное, что там есть драмы еще сверху, вот эти новые, которые Бирин Бутс, или Бутс оф Бирин, наверное, правильно? Кстати, значение. Грейжные транквилы. Да, но это Бутс оф Бирин. Но это интересно, опять же, то есть нет, мне кажется, большого смысла значений ставить, если ты можешь купить Холи Локет. Yes, но видишь, им даже не так страшно получать дэмэдж, им намного веселее самим его давать, да? Странно это. Мне кажется, это был бы крутой слот для ничьей. Ну да ладно. Опять же, команда вроде как выигрывает потихоньку полигонку, значит, их действия были правильными относительно действий противника. И очередное нападение от антимага вообще не дает отдохнуть. Постоянно очень активно что-то есть. Ну, а Эма 4 минуты, еще есть Аигес, он просто идет. Да, он получает, но вот посмотрите, как ему пофигу. Не, ну сейчас, возможно, умрет. Kind of cut? Возможно, не умрет, да, реген работает. Это он еще манду не нажал. Ну все, сейвит, типа, не знаю. Да, да, все сохранит. Крест, нет? Крест? Все, красава. Я уж испугался, что он просто не в курсе, что Димак улетает. Ну да, дискорд отрубили. За неуплату. Так, Afterlife. Находится здесь на хайграунде, попытаются сыграть от Клифа, но там Vision сейчас просто раздевардит, и все будет окей. С Diffusal на Смайли Найта у него нету ремната, судя по всему. Да, и он цепляет темпларку, вот это куда хуже. Ну, Primal Roar с другой стороны пережили, все окей, пошел корабль, Миложил все еще в БКБ, но понимает, что сейчас оно скоро закончится, она будет сваливать. Егор хорошо подцепил Темплар Ассасинку, и Миложил сидит в Мелде. Ему дают по щам со всех сторон, и он погибнет, отправится в таверну, 75 секунд без байбека. Ну, вот он. Хороший эпицентр мог быть, если бы он был бы дан 15 минут назад. Но, к сожалению, сейчас он и не имеет вообще ни малейшего. Ни уровня не пробить, значения. Против антимага, опять же, бывает магии вообще урон. А, ретрогрейда нужно. Просто пофигу. Ну и вот темпларка, кстати, и пробивала, то есть остальные герои ему особо не делают, и мана кончается. Ой-ой-ой, мана. И чакра только урона докинула, есть подкоп, подкоп в землю. Ой, как же жарило его просто. Подкоп в землю. Роджер сейчас мог убить героя, но он хотел очень дать пику, чтобы покидать. Во, и он подвернулся, котел, хп, хватило. Хватило, выжил. Жесть. Вам, возможно, непонятно, чем мы там хайпим, но на самом деле на другом конце экрана убивали котла. Котел реально вернулся. ГГ. Вот поздравляем, вот. Поздравляем. No Monkey Business. Ченнэнча, ребята. Ченнэнча Бестмастер. Вот, запомните это. Просто не повторяйте паблики, потому что, скорее всего, не так будет эффективно, во-первых. Во-вторых, тем, кто играет на Ченне, будет неинтересно. Если вы сильный игрок на этих персонажах, то наоборот. Не повторяйте, потому что это будет только поднимать его в массу, и больше будет игроков, которые будут пробовать, и это только улучшит доту, улучшим комьюнити вместе. Улучшим комьюнити вместе, и будем собирать вангарды на антимагах и Diffusal вторым слотом. Я чувствую, он выиграл. Просто... Так круто же было. Да, да, я серьезно рад тому, что теперь антимаг — это не то, что ты видишь на драфте и думаешь, ну, сейчас начнется, типа, 35 минут фарма, 4 человека бегают по карте, создают ему спейс, остальные пытаются помешать антимагу фармить, он где-то там миллиард лет качается, потом приходит и умирает, если против него сильные герои, да, если там перефармлены и так далее, или выигрывает, потому что против него нет никакой контры. Здесь все по-другому, и новые сборки, новый подход к доте реально интересный. Новый патч, новая жизнь. Yes, а мы отправимся с вами на паузу. Что там у нас по времени? Что там через сколько? Ну да, в целом через 6 минут официально мы должны начать следующий Best of 3. Думаю, примерно так и начнем.